Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Итак, сегодня исполняется 30 лет с начала вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Ровно три десятилетия назад, 13 мая 1991 года, телезрители России впервые увидели выпуск информационной программы «Вести». С юбилеем большой коллектив ВГТРК поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. За три десятка лет ВГТРК стала крупнейшим российским медиахолдингом и одним из лидеров информационного вещания далеко за пределами страны. Искренне поздравляю весь многотысячный коллектив холдинга ВГТРК, все региональные подразделения, включая команду ГТРК Карачаево-Черкесия, с праздником. Желаю с каждым годом только набирать обороты, расширять зону вещания и по-прежнему оставаться флагманом информационного вещания. По такому прекрасному поводу сегодня руководство ВГТРК организовало большую видеоконференцию, которая связала все регионы нашей страны. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Ровно 30 лет назад телезрители впервые увидели выпуск информационной программы «Вести». С этого времени началось вещание ВГТРК. Теперь это крупнейший медиахолдинг. Корреспондентские пункты разбросаны по всему миру. На видеоконференции собрались все те, кто был когда-либо причастен к каналу, и все те, кто продолжает трудиться во благо «Вести» сегодня. В теплой праздничной атмосфере коллеги поздравляли друг друга и говорили об огромной значимости телеканала «Россия-1». Выступающие говорили, что ВГТРК – это единый организм, работающий во благо своей страны. Я хочу поблагодарить всех вас. Я хочу поблагодарить наших ветеранов, прежде всего. Всех, кто начинал «Вести». И в этот день я хочу обязательно вспомнить и Олега Максимовича Попцова, и Анатолия Григорьевича Лысенко, и Эдуарда Михайловича Сагалаева, и Николая Карловича Сванидзе, и Михаила Ефимовича Швыдкова, и всех. Мы посмотрели, у нас, в общем, довольно много людей, которые работают в нашей компании все эти 30 лет с первого дня. Общий объем контента всех ресурсов превышает 160 тысяч часов в год. Старожилы канала и все те, кто трудятся сегодня, говорили, что учились всему и набирались опыта в режиме прямого эфира, показывая и проживая вместе со зрителем самые важные события в жизни страны и всего мира. Самые крепкие, самые быстрые и самые оперативные. Мы, конечно, должны быть с вами счастливы, что наша компания возглавляет один... Да какой один из? Конечно, самый опытный и самый мудрый телеменеджер на просторах бывшего Советского Союза. Наша жизнь и наша работа в компании очень, очень сплоченная, интересная. И много людей, которые работают здесь уже очень-очень долго. Это говорит о том, что... Это жизнь. За три десятилетия школа «Вестей» выучила сотни и даже тысячи профессионалов. Это ведущие, корреспонденты, режиссеры, операторы. Журналисты «Вестей» работают в самых горячих точках планеты. Кроме того, вещание ведется на 53 национальных языках, чего нет ни в одной стране мира. Сейчас программа «Вести» выходит в эфир несколько раз в день и длится от 20 до 80 минут. Юбиляры принимают поздравления от своих коллег в этот день. И в планах увести идти только вперед, постигая новые высоты. Альбина Курачинова-Кенжева, Рашид Токов, «Вести», Карачаево-Черкесия. Сегодня мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам. Жители Карачаево-Черкесии с окончанием поста поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Этот добрый праздник олицетворяет собой главные ценности ислама – миролюбие, милосердие, духовное очищение, совершение добрых дел, уважение к человеку. Уверен, к празднику Ураза-Байрам мусульмане пришли духовно обогащенными, укрепившись в своем намерении жить согласно мусульманским и общечеловечески духовно-нравственным принципам. Дорогие земляки, пусть праздник Ураза-Байрам принесет в каждый дом тепло и радость, согласие и благосостояние. А нашей прекрасной Карачаево-Черкесии, нашему общему дому России – мира и благополучия, стабильности и процветания. Свои поздравления жителям адресует и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. Уважаемые друзья, поздравляю всех вас с завершением месяца, священного месяца Рамазан. Всевышний Аллаху Таала дал этот месяц как благодеяние. И поэтому месяц этот завершился. Дай Аллах, чтобы все наши благие деяния
все наши посты приняли Всевышним. Все те дуа, которые мы делали каждый день, прося о том, чтобы был мир и спокойствие на земле, чтобы оно было принято Всевышним. Мы созданы для того, чтобы творить добро, делать добро, относиться к людям именно с уважением и с любовью. Вот этого не забывайте. И дай Аллах, чтобы на следующий Ураза-Байрам тоже пришли живыми и здоровыми. Сегодня с утра люди, исповедующие ислам, отправились на коллективный намаз. В центральной мечети республиканской столицы побывал Мурат Джангёзов. Корнями праздник Ураза-Байрам уходит в глубокую древность. Он возник еще во времена пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Особенность Ураза-Байрам в том, что это плавающее торжество. Так как мусульмане придерживаются лунного календаря, то дата каждый год сдвигается. Совершение праздничных мероприятий начинается коллективной молитвой. Несмотря на то, что центральная мечеть еще не достроена, в цокольном этаже собрались более 1000 мусульман. Многие находились снаружи. Имам республиканской столицы Казим Хаджи Качиев в праздничной проповеди затронул традиционные ценности священного месяца, рассказал о том, как пережили волну пандемии и отметил результативное взаимодействие с органами госвласти республики. В этом году все видели, что глава нашей республики по всей республике организовал ифтары. Алхамдулилля, мы благодарны ему, дай Аллах ему здоровье, счастье в обоих мирах. Алхамдулилля, в этом году пост прошел лучше, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, за счет эпидемии мы не смогли совершать таравих намазы, ночные намазы, не джума намазы, тем более не яумль-гайд, то, что мы сегодня совершили. В этом году, Аллаха шкур, мы все это совершили. Как правило, после коллективной молитвы мусульмане ходят в гости, естественно, с оглядкой на коронавирус. Вместе с имамом направились и мы проведать старейшину Апрасим Хаджи Хачирова. Долгие годы он проработал имамом Черкеска. Дорогие земляки, жители республики, поздравляю вас с священным праздником Ураза-Байрам. Это солнечный свет для мусульман, завершение поста. Я хочу пожелать всем жителям Карачаева-Черкесии здоровья, добра, блага, чтобы ни в чем не нуждались, чтобы все были здоровы, чтобы друг друга уважали, ценили. В этот день мусульмане посещают кладбище. Принято навещать родителей, родственников, дарить подарки и желать наилучшего. Ко всем поздравлениям присоединяется и наша съемочная группа. Мурат Джангёзов, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. А накануне состоялся общереспубликанский праздничный ифтар, организованный главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым по случаю окончания священного месяца Рамазан. Коллективный обряд разговения, как и предыдущие годы, собрал верующих со всех населенных пунктов республики. Ахмат Халкечев продолжит. Разговевшись водой и финиками, как того и рекомендует сунна, верующие, прежде чем приступить к трапезе, совершили джамаат намаз, который возглавил муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. Лидер мусульманской уммы поблагодарил главу республики за такое внимание к верующим. Еще муфтий отметил важность совершения благих дел именно в священный месяц Рамазан. Сказано, кто накормит одного постящегося, то благодеяние за это очень огромное. Как будто он сам держал уразу. Гости мероприятия с удовлетворением отметили, что организация таких коллективных обрядов разговения от главы региона в последние годы стала доброй традицией. Стоит отметить, что и в течение всего священного месяца коллективные обряды разговения проводились во всех муниципалитетах республики. Это сближает людей. Каждый день вот люди приходят, видятся, смеются, как бы рассказывают друг другу. Ну, это по-любому сближает людей, и такого рода собрания нужны. Ну, об особенностях ифтарного стола нам поведал шеф-повар ресторанно-гостиничного комплекса «Эдельвейс» Леонид Руденко. Меню для людей, которые весь день ничего не ели и не пили, ему готовить уже не привыкать. Руководствовались тем, что человек весь день, получается, ничего не кушал. Вот. И изначально, получается, решили подать вот зеленый борщ, который он как бы тонизирующий
и витамины такой хороший, который жажду утолить. Вот, потом, что, ну, потом уже решили там национальное что-нибудь. Ну, из национального самое лучшее, это, конечно, манты. Это и сытно, и вкусно, и все любят, в принципе. Вот. Ну и, конечно, уже там, само собой, фрукты, сладости, что-нибудь такое. Ну и водичку. Ахмат Халкичев, Ислам Урумов, Вести Карачаево, Черкесия. Но сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью без осадков. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 8-13, в горах до плюс 7, а днем 27-32 выше нуля. И в горах местами до плюс 24. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 10-12, днем 30-32 градусов тепла. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Информация из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 221 человек. Из них 19 924 выздоровели, 101 госпитализирован. В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились более 30 тысяч человек. Прививочная кампания от COVID-19 продолжается. И сейчас мы узнаем мнение горожан о вакцинации и сделали ли они прививку. Положительно я сделала. Вакцинацию. Да, советую. Почему не рассказать? Почему? Да. Для того, чтобы обезопасить себя. Не заболеть. Поэтому, но все равно я маску ношу. Вакцинировалась. И вообще советуете людям делать? Конечно, обязательно. Как вы вообще решились? Я же советских времен человек. Нас вакцинировали, не спрашивали, хотим мы, не хотим, нужно. Пост и все. Вылавливали в школе нас и делали прививки. И не болели никакими этими эпидемиями, не было эпидемий. А сейчас я не знаю, это идет какой-то, знаете, вот как типа заговор. Делать, не делать. Делать надо. Конечно, нужно делать. Потому что речь идет не о том, чтобы самого себя как-то обезопасить, но и окружающих. Поэтому каждый из нас должен подумать и привиться. А вы делали прививку? Нет, я переболел. Мне пока срок не пройдет, я еще не делаю. Я тоже переболел, еще срок. Пока не пройдет. Сделали. Вот сегодня даже получила сертификат. Могу показать, если вы хотите. Вот кого интересно, я вот даже мне интересно было. Делала я две прививочки и выдают вот такой сертификат. Вот, вот он. Ну, чтобы знали, да. Вот. Имя, отчество там дается. Заполняется, печать ставится. Видите как? И когда время прививок. Таким был четверг, Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Обитель». Приятного просмотра и ждите вестей.